Вот место было подготовлено. На третий день вся процессия, на второй на бальзамированное тело уже было готово, приходилось на прощаться все окончание. И на третий день вся процессия шла сюда. Сюда Павловна крепость, через свой тренажер. Последняя минута. Тренажеры и мародеры. Вместе с тобой не имеем. Тренажеры отборные элитные войска, которые принимали молодых людей. Thank you.